вам. Сегодня главный надзорный орган возбудил уголовное дело в отношении экс-генерального прокурора Аиды Соляновой за злоупотребление должностным положением. Расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры. Надзорный орган возбудил уголовное дело после рассмотрения поступивших из ГКНБ, выделенных в отдельное производство, материалов в отношении Соляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии, находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева. Напомним, в приказе Министерства юстиции 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии Елисееву стоит подпись ИО министра Аиды Соляновой. Кыргызской республики приказ от 28 июня 2010 года за номером 58 о возобновлении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью Елисеева АА в соответствии с пунктом 2 статьи 19 закона Кыргызской республики о лицензировании приказываю возобновить действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью от 30 августа 2002 года за номером 00813 Елисеева Алексея Александровича. Управлению по нотариату и адвокатуре довести настоящий приказ до сведений лицензиата и произвести выдачу лицензии. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на управление по нотариату и адвокатуре. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. Основание – заказчик Елисеев АА. Документ подписан исполняющей обязанности министра юстиции Аидой Соляновой. Деяние, предусмотренное в данной статье, признается совершенным с причинением особо крупного ущерба, если он в 20 тысяч раз превышает расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.